Как избавиться от второго подбородка без помощи хирурга? С этого момента у нас появилась с вами возможность работать с жировыми отложениями на лице безоперационно. Появилась возможность решать и другие проблемы. Это жировые ловушки в районе лица, такие как носогубные складки, брыли, а также грыжи нижнего века. Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы поговорим о серьезной проблеме, с которой раньше мы не могли справиться, не обращаясь к нашим коллегам-пластическим хирургам. С этого момента у нас появилась с вами возможность работать с жировыми отложениями на лице безоперационно. И сегодня на своей пациентке я вам покажу наглядно, как проводится данная процедура и покажу результаты до-после. Помимо второго подбородка, у нас с вами появилась возможность решать и другие проблемы. Это жировые ловушки в районе лица, такие как носогубные складки, брыли, а также грыжи нижнего века. В чем особенность технологии монополярного РФ? В том, что у нас имеется одна, либо же три изолированных иглы, на которые подается максимально большое количество энергии. Соответственно, у нас с вами имеется возможность более точечно и более прицельно работать с адипоцитами. Тем самым мы за минимальное количество процедур добиваемся уменьшения жировых ловушек, либо жировых отложений в зоне лица. Для получения максимального результата достаточно провести 1-3 процедуры в зависимости от того, насколько выражены локальные жировые отложения в зоне лица. Такая процедура абсолютно безболезненна для нашего пациента и требует реабилитации после не более 5-6 дней. Итак, наша процедура подошла к концу, и она прошла успешно. Через 2 месяца мы увидим окончательный результат после процедуры. А вас прошу подписываться на инстаграм-страничку Agnes.ua и быть в курсе последних новостей.